Так, 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 направо, ага, перескокывай. Ага, хучей, хучей, хучей. А, поспел, угу, добра. Ага, еще один. Цудовно, цудовно. Добрый вечер, Топа. Привитание, девчонки и хлопчики. Салют. Ты все еще гуляешь? Не надокучила? Сюда, сюда, сюда. Вот так. Поворот. Так. Буслик, не перешкоджай. Иду на рекорд. Ой, сколько часа ты уже идешь на рекорд? Не важно, головное выйдет. За этот час я уже поспел и на релях погушкаться, и с мячом погулять. Забавлянки для малых. Поворот. Сюда, 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 хучи, хучи, хучи. А у тебя какие тут забавлянки? Тут гульня для худких, смелых и знаходливых. Та-та-та-та-та-та. Обминай, обминай. О, выши, выши. Бачиш, кольки у мяне балов. Выши, выши, выши. Ой, шмат лічбаў. А навошта табе гэтыя балы? А мы з маімі віртуальнымі сябрамі дамовіліся. Хто больш балаў набярэ ў гэтай гульні, той самы моцны. А як яны ўбачаць, колькі ў цябе балаў? Ай, Буслік, які ты смешны. На телефон сфоткаю свой вынік і апублікую на сваёй старонцы. А-а-а. Буслику, пропусти за тебе. Не перешкаджай, коли ласка. Может, не за меня, а за того, что стомился? Вон, какие у тебя червоные очи. Глупство. Топа, леп зробить перепынок. Ну, який еще перепынок? Мои сябры поставили умову. Гулять годину без перепынков. Ай! Снова взлетел. Ну что ж такое? Отойди, Буслик. Ну и домова. Тяжко ж целую годину гулять. Может, тебе воды принести, Топа? Что? Пить хочешь? Воды принести? Ага. Ой, хочу пить. Я худенько. Так, сюда, сюда. Так, ой, направо. А вот и я, Топа. Топа, а Топа, что с тобою? Тебе кепско? А? Что? Я тебе воды принес. А, воды? Дякую. Ой, ой. А я что, заснул? Вот стомился. Ты так долго смогался за некий рекорд. Мой рекорд. Ах, година скончилась. Заместо того, как набирать баллы, я спал. Ты только на пару хвилин задромал. Что ж, отправлю свой выник сябрам. Кольки есть, стольки есть. Ну что, ты пераможца? Дивно. Никто, кроме меня, не поделился выниками. А может, яны не гуляли? Что ты такое говоришь про моих сябров? Як гэта не гуляли? Мы ж домовились. Тады давай почакаем. Может, с машинками покуль погуляем, а? Какие машинки? Пират отказал. Пишет, что я крутый, что меня чекает медаль. Пират? Так, это мой новый сябр, виртуальный. Ага. Волчаня, меркуючи по аватарце. А, зрозумела. А Макс пишет, что у меня добрый выник, только... Только что? Только выглядаю я быцем зусим не як пераможца, а як... Не верь ему, Топа. Добро ты выглядаешь, только крыху стомленный. Чекай, Буслик. О, сябры пропонуют мне попрацовать над образом стать больше сучасным. Ну вот что, мне подобается твой образ. Ой, Буслик, ты в этом не разбираешься. Сябры дослали мне фотоздымки, як повинен выглядать сучасный пераможца. И як?
Зараз хутенько приведу себе в порядок и спущуся за узнагороды от своих сябров. Яны пишут, что чакают меня у дворы. Привитание, Топа. А ты куда так спешаешься? За медалем, Даник. Чакай меня, я хутка. Добрый вечер, хлопчики и девчонки. Буслик, привитание. Витаю тебя, Даник. Ось, Буслик, откажи мне, за яким таким медалем припустился бегче наш Топа? Не ведаешь? Ой, Даник, некая заплытанная история. Я зрозумел, что я набыграл на телефоне своих виртуальных сябров. Так. Быцем бы яны поставили умову гулять без перепынку на протягу целой годины. Топа так обессилил, что аж у сон провалился. Ну и ну. А после никто с гэтых сябров свои выники гульни не прислал, только Топа. Ну, я здогадываюся, у чем справа. Сябры Топа написали ему, что его каля дома чакая узнагорода, медаль. Але ён павінен выглядаць, як сучасны пераможца. І фотаздымкі для прыкладу даслалі. Во! Ну і ну. Сябры, кажаш? Так, яго новыя віртуальныя сябры. Некі пірат, Макс. Ён з імі ўвесь дзень праводзіў. Эх, Буслік, ніякія гэта не сябры. Прадбачу, Топу чакае разчараванне. Мне яны таксама здаліся нядобрымі, і нешта Топы доўга няма. О, а вось і Топа. Ну як твае справы? Ой, дрэнна, Данік, дрэнна. Мае сябры мяне падманулі, не прыйшлі. І ніякага медаля няма. Ну не засмучайся, Топа, і не будь таким даверлівым. Гэта можна было прадбачыць. Сапраўдныя сябры такія умовы гульні не прапануюць і не прымушаюць сябра так недарэчна выглядаць. А з мяне ў двары ўсе смяяліся. Ну, Топа, не ў кожнага незнаёмца, які хоча стаць тваім віртуальным сябрам. Добрыя намеры. Мяне проста разыгралі, пасмяяліся. Бо ты не ведаў, хто на самой справе хаваецца за імем Макса ці пірата. Таму ў віртуальным свеце лепш сябраваць з праверанымі рэальнымі сябрамі. Са мной, з Янкай, з Буслікам. А яшчэ лепш сябраваць і гуляць не віртуальна, а рэальна. Так, гэта я ўжо зразумеў. Забывай про гэты курьёз, давайте уже мультфильм глядеть. Цудоўная прапанова, Дані. Что ж, пришел час до отпочинку рыхтаваться. Чистим зубки, мыем тварики. И у ложечки спать. Добра ночь, девчонки и хлопчики. И цікавых усім снов. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в ясли, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои дома. Тихий, коляжи, боюсь.